выбирает парламент. Позиция правозащитников в том, что мы должны подсказывать государству, каким образом улучшить ситуацию в тех или иных сферах прав человека, как лучше регулировать те или иные отношения, те или иные улучшить законы, которые регулируют реализацию гражданских и политических прав. Но вот мы как бы подсказываем, мы отправляем вот такой вот рамочный закон, который, по нашему мнению, мог быть использован как основа для принятия нового закона о массовых мероприятиях. Ну и в принципе, хорошо то, что он есть, и он будет доступен широкому, так сказать, кругу людей, он будет размещен на сайте, и, в общем-то, все заинтересованные субъекты, которые когда-либо будут наделены какими-нибудь полномочиями, там, станут депутатами, не знаю, членами правительства, пожалуйста, можно его использовать. Я надеюсь, что будут такие времена, когда этот законопроект нам всем понадобится. Мы не можем покупать наши права каждый раз. То есть это то же самое, как бы если бы у меня есть право на здоровье, на жизнь и на здоровье, я хочу дышать. И я каждый раз, что буду покупать свое право вздохнуть в воздух, то же самое я пользуюсь своим конституционным правом. Свободу собрания, не прося разрешения, не заключая контракт с кем-то, который мне должен это право каждый раз предоставлять портиями. Это вообще немыслимо. То есть, конечно, проект закона выхолащивает, ну, то есть закон, принятый в том члене, он выхолащивает все эти основные идеи, и это не закон для людей. Это он не конституционный, должен быть признаваться даже не конституционным. В завершение я просто хотел бы вам предложить еще желающим остаться на фотовыставку с этими чудесными местами, постоянно определенными для проведения собраний, можно посмотреть, насколько они соответствуют своему назначению, то есть все такие малопосещаемые места. А почему мы уделяем столько внимания именно местам? Потому что сейчас мы будем пытаться как-то все-таки работать с местными властями над тем, чтобы таких мест определяли все-таки больше.